Здравствуйте! Сегодня мы представляем самую яркую коллекцию, когда мечты сбываются, с любимым телеканалом Shopping Show. Итак, мечта каждой женщины – это шуба из натурального меха. Именно сегодня самые любимые люди исполняют ваши желания. Бренд Alcata представляет лучший, самый любимый подарок к Новому году – это шуба Алла. Представляет главный звездный стилист, эксперт Микола Комендор. И, девочки, внимание, разворачиваемся, и мы начинаем показывать ту самую красоту, которую вы будете олицетворять этой зимой. Красивое амбре изнутри, одного из самых износостойких меховых полотен, который создан именно для наших российских реалий. Оторочка из чернобуры и, безусловно, конечно же, температурный режим до минус 35 градусов. Цельные шкурки, которые дадут возможность согреться в лютые морозы. И, безусловно, бренд Alcata, который полностью сделал все так, чтобы красивый, самый универсальный крой медузы подошел для каждого типа фигуры. Самая пышная, самая субтильная дама выберет для себя сегодня это изделие и будет согрета любовью, роскошью. В длине 109 сантиметров. Ох, какая особенная. Обратите, пожалуйста, внимание. Роскошная шуба из натурального меха от бренда Alcata только сегодня представлена с дополнительной скидкой практически 20 тысяч рублей, даже чуть больше. Поэтому обязательно выбирайте сегодня. Сегодня у нас есть это предложение. Микола, какие есть цвета на сегодняшний день? Ну, давайте начнем именно у нас с вами со Светланы. Светлана демонстрирует классический темно-коричневый оттенок для нутри, да. Здесь у нас с вами чернобура классического черного цвета, то есть это не окрас, а не природный, это натуральный. Лена выбирает для себя серый оттенок. На ней, кстати, мех Blue Frost. Это у нас с вами голубой иней, один из самых редких скрещиваний нутри с песцом. И, безусловно, конечно же, черный цвет выбирает для себя наша Ольга. Она демонстрирует его в контрасте со светлой классической окраской чернобуры по оторочке. И самый, наверное, мне кажется, пожалуй, не классический цвет, но очень интересный для индивидуальных женщин. Это серый с голубым подтоном. Выбирая для себя Ксения, это оттенок графита. Главный цвет этого года, который плавно перетечет и будет соединяться с голубым оттенком в следующем году. Микола, к нам присоединилось более 1000 покупателей благодаря именно покупке шубы бренда Alcata. Мы уже 2 года с этим брендом. Каждый раз во время презентации за 1 час распродается более 100 штаких шуб. Это роскошь, это настроение, это дополнительная скидка и снижение цены в честь Нового года. Сегодня 25 тысяч рублей. И это действительно идеальное качество, которое вы будете носить десятилетиями и передавать из поколения в поколение. Микола, самое главное, да, от 48 до 64 размера. Телезрительница сейчас скажет: так, девочки разных размеров, 50, 54, 48, 52, кто-то до 64 размера. Как правильно выбирать, по спинке или по бедрам? Какая здесь? Бедра мы здесь не учитываем, здесь идет трапеция, здесь бренд Alcata берет самый универсальный крой. И, кстати, он в хит-параде популярности строения шубы и занимает первое место. Это называется медуза. То есть трапеция, имеющая воланистую форму пола. Она идеально подходит для пышных бедер, при этом она хорошо не акцентирует зону животика, и выбор падает по плечам. Или изделия идут у нас с вами от 42-го, ой, от 40-го до 64-го. Выбирайте смело, размер в размер. Она ему соответствует, даже имеет дополнительный припуск, несмотря на то, что в плечевой зоне еще внутри стеганый подклад для еще максимального утепления. Ой, как мне нравится. Ты знаешь, действительно, максимальное утепление до минус 35, но все-таки шуба – это роскошь. Шуба – это то, что женщины ждут. Шуба – это самый лучший подарок от любимого супруга. Да? И причем ты понимаешь, что действительно в шубе это готово ходить каждый день, у тебя другое настроение, у тебя другое ощущение себя, ты понимаешь? Вот ты надеваешь шубу, вчера в аэропорту прилетела только, идет женщина, у меня дочка говорит: мама, именно на нее, говорит, смотри, какая красивая, она идет в шубе, потому что она идет уже как королева, понимаешь, вот это ощущение себя. Да, потому что натуральные меха – это все-таки олицетворение роскоши, но мы не забывайте, в нашей стране это еще и олицетворение здоровья, а последние несколько лет – это, наверное, самое краеугольное, что необходимо человеку. Нутрия больше всего подходит для наших реалий зимних, потому что она самая износостойкая, водостойкая, что дополнительно обеспечивает возможность носить ее даже в оттепель.
как раз-таки вот дождливая погода, данные именно мех внутри очень хорошо не поддается боюсь. Влагостойкости, потому что имеет плотную шкуру, правильную обработку и остевой мех, который отбивает влагу и тут же высыхает. То есть, заходя в помещение, вашу шубу даже встряхивать не надо после снегопада или оттепели, она достаточно быстро уберет и ликвидирует лишнюю влагу. Но я тебе хочу сказать очень быстро, что это одна из первых шуб, наверное, нутри, которая была у моей мамы, и Дальний Восток славится чем? Туманами. Да. Туманами. Там очень большая влажность, и вы знаете, вот, наверное, буквально недавно она перебирала вещи, говорит: дочь, ты посмотри, шубе 34 года, 34 года она сохранилась идеально. Поэтому, конечно, сейчас наши телезрительницы заказывают во все уголки страны. К нам уже 7 новых телезрительниц присоединилось. Это бренд Альката. Это до минус 35 шуба на всю жизнь. Действительно шикарная. Но самое главное, Микол, как понять, хороший мех, как увидеть его, вот это качество именно от бренда Альката? Обратите внимание, нужно в первую очередь на саму шкурку. Обратите внимание, здесь у нас целостные шкурки достаточно больших размеров. Давайте, кстати, их померяем. То есть здесь, смотрите, вот по дизайну приблизительно в ширину одна шкурка 28, а по высоте шкурка. То есть целостная часть животного применяется у нас с вами. 28 на 54. То есть у нас с вами достаточно целостные полотна. Причем бренд их не скрывает. Вы их можете открыть с внутренней стороны и посмотреть. Но сейчас мы видим на экране обработку как раз. Смотрите, вымывание полностью всех мусора, который может скапливаться на мехе животного. Плюс обработка антисептическая. Само дубление меха идет у нас растительным путем, поэтому менздра мягкая, пластичная. Бренд ее не скрывает. Вы всегда можете поднять подклад и посмотреть. И, безусловно, получая эту шубу, вы получаете именной QR-код, по которому можно прочитать ее оригинальность. Это как сумка Louis Vuitton. Представляете? Номер, своя роскошь. Натуральная шуба, настоящая шуба со своим паспортом от бренда Альката. Темно-коричневый, серый, черный, графитовый. Выбирайте свою шубку. Только сегодня единственный день с дополнительной скидкой 25 тысяч рублей. Это ваш шанс на самую красивую коллекцию.